А в Ярославле в этом году клининговая миссия лежит на плечах двух организаций – «Родостроя» и «Спецавтохозяйства». Первая будет обслуживать 4 района города, вторая – 2. Удалось серьезно улучшить ситуацию с техникой. Если включить в список машины горзеленхозстроя, то при Аврале со снежным покровом на уборку улиц Ярославля власти могут вывести 144 единицы спецтехники. Остаются небольшие доработки по материально-технической части. Их в ближайшие дни планируют устранить. А снегопадов, правда, небольших, ожидает уже на следующей неделе. 98% того необходимого количества техники, которое имеется в наличии у обеих подрядных организаций. Заготовка песко-соляной смеси ведется в обычном порядке. Надеемся, что вот эти мелкие уже недоработки, там в ближайшие дни они будут устранены. В целом считаем, что город готов к уборке в зимний период. И контроль за этим со стороны мэрии будет осуществляться ежедневно.